Буквально 19 августа исполняется 61 год Валерию Дмитриевичу Соловью, всем известному как профессор. Он частый гость моего канала, он мой товарищ, и он участник протестного движения в России. Три этих качества не дают мне права пройти мимо этого события. Обязательно поздравить Валерия Дмитриевича с этой неюбилейной датой. В прошлом году, когда ему исполнилось 60, он сам говорил о том, что планирует еще, почитай, 40 лет бороться за то, чтобы в России как-то жизнь наладилась. Без Путина и русский человек наконец ощутил, что можно жить по-другому и можно жить лучше. Хорошая, достойная цель и задача для человека его возраста, политического возраста, который, в общем, близок к юношескому, что называется. Надеюсь, он использует эти ему годы, отведенные на то, чтобы добиться этого успеха. Надо отдать должное Валерию Дмитриевичу, что он человек, который продолжает делать свою работу, политическую работу, невзирая на все проблемы, которые в связи с ней возникают по дороге. Его упрекают, его критикуют, некоторые его ненавидят, но удивительно его это качество позволяет ему продолжать делать то, что он делал. Я думаю, этому стоит поучиться у многих из тех, кто за ним наблюдает в качестве политолога, политического лидера движения перемен и просто обаятельного.